Итак, уважаемые дамы и господа, в синем углу ринга спортсмен, профессиональный рекорд 3 боя. Из них 3 поражения. Из солнечного Таджикистана Саратулу Рахматулла встречали. И его соперник. Дебют на профессиональном ринге. Республика Молдова, Евгений Хаджилупцы. Первый профессиональный бой нашего сегодняшнего вечера в Архнеже. Первый игрок. Right.
Yeah.
этом бою единогласным решением судьи победу одержал Сунатулла Рахматуллоев, Тажикистан!